7 причин есть натощак чеснок и мед. Чеснок – это один из самых популярных в мире кулинарных ингредиентов, которые используются практически во всех национальных кухнях. Неповторимый вкус и аромат чеснока, особенно в сочетании с другими специями, позволяет улучшить вкус множества блюд. Чеснок – это не только незаменимый на кухне помощник, но и одно из лучших лекарственных средств для лечения самых разнообразных заболеваний, используемое человеком с самой древности. Он может использоваться для профилактики и лечения воспалений, хронических заболеваний и различных типов инфекций. Большая часть полезных свойств чеснока связана с содержанием в нем аллицина, активного компонента, который регулирует уровень холестерина в крови, артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы в целом. Также он может использоваться для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы и грибковых инфекций. Благодаря его противовоспалительным и антиоксидантным свойствам, чеснок отлично борется с артритом, раком и диабетом. Диетологи советуют употреблять его в пищу в сыром виде. В таком случае в нем сохраняются все активные вещества. Кроме того, можно приготовить из чеснока лекарственное средство, смешав его с медом. В таком виде его удобно принимать, и все его полезные свойства только усиливаются. С помощью этого средства всего за 7 дней вы сможете значительно улучшить свое самочувствие и состояние здоровья. Первое. Чеснок и мед улучшают кровообращение. Соединение серы, содержащееся в чесноке, особенно в сочетании с питательными компонентами меда, очень полезны для сердечно-сосудистой системы. Они действуют как натуральные антикоагулянты и тонизируют вены, не допуская появления таких недомоганий, как тромбоз и варикозное расширение вен. 2. Регулируют артериальное давление. Высокое кровяное давление ставит под угрозу здоровье всей сердечно-сосудистой системы. Чтобы регулировать его естественным образом, принимайте лекарства на основе чеснока и меда каждый день натощак. 3. Балансирует уровень плохого холестерина в крови. Аллицин, который высвобождается при измельчении чеснока, очищает кровь от токсинов и уничтожает избыток холестерина. Кроме того, это очень эффективное средство для нейтрализации триглицеридов. 4. Уменьшают воспаление. Большинство хронических заболеваний связаны с различными воспалительными процессами, протекающими в организме. И чеснок, и мед уменьшают воспаление и улучшают наше состояние при артрите, задержке жидкости и заболеваниях мышц. 5. Укрепляют иммунную систему. Противомикробные и противогрибковые свойства чеснока и меда благоприятно воздействуют на здоровье иммунной системы. Они защищают нас от вирусов, бактерий и других патогенных факторов, которые могут навредить организму. 6. Борются с кашлем. Если кашель вызван бактериями или вирусами, нет ничего лучше, чем сироп из меда с измельченным чесноком. Он успокаивает раздражение в горле и действует как отхаркивающее средство, стимулируя высвобождение слизи. 7. Ускоряют выздоровление при гриппе, простуде. Можно быстро справиться с любыми симптомами гриппа и простуды, если регулярно принимать этот сироп из меда и чеснока. Он уничтожает вирусы и стимулирует образование антител, которые защищают наши дыхательные пути. Как приготовить это натуральное средство из чеснока и меда? Для того, чтобы добиться идеального результата, для начала убедитесь, что чеснок и мед органического происхождения. Часто в магазинах продается дешевый искусственный мед, сделанный из сахара. Он не содержит никаких питательных веществ. Вам понадобится 1 чашка пчелиного меда, 335 граммов, 10 зубчиков чеснока, 1 стеклянный флакон с крышкой. Как его приготовить? Нарежьте чеснок ломтиками или измельчите его в специальном устройстве. Перелейте мед в стеклянную емкость и переложите туда же чеснок. Закройте сосуд крышкой и уберите в темное место на 1 неделю.
По прошествии этого времени вы получите натуральное лекарство, очень полезное для здоровья. Как его принимать? Принимайте по 1 столовой ложке в день. Можете разводить сироп теплой водой, если хотите. Принимайте средства в течение 7 дней подряд. Сделайте перерыв на 2 недели и начните принимать его снова. Храните сироп при комнатной температуре, чтобы он не кристаллизовался.